Здравствуйте, как вы относитесь к Банку Санкт-Петербург? Чем обусловлен его резкий взлет? Резкий взлет обусловлен резкими покупками. Вот. А покупки уже обусловлены некоторыми событиями, которые привлекли инвесторов. Ну, конкретно Банк Санкт-Петербург, он у меня в допах, я на нем тоже зарабатываю. И почему он у меня в допах? По одной простой причине. По динамике его выручки, динамике его активов, динамике его кредитного портфеля. Там очень хорошо с этим делом.